Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире Народного православного для вас работает проект «Союз онлайн» в студии Надежды Калинина. Мы обязаны монахам нашей истории, а следовательно и просвещением. Эти слова принадлежат Александру Сергеевичу Пушкину. Писатель и поэт, который сделал очень много для развития русского языка, на котором говорим мы с вами, обращался и к книжному наследию святых обителей времен Древней Руси. И хотя сейчас, говоря о древнерусской литературе, мы можем вспомнить, пожалуй, лишь «Повесть временных лет» или «Слово о полку Игореве», этими произведениями книжное наследие начала Средневековья не ограничивается. Тему продолжит моя коллега Елена Чач. Лена, добрый день. Где ты сейчас находишься? Добрый день, Надежда. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы сейчас находимся в Центральном государственном историческом музее в Москве, где представлены, собственно, все памятники, связанные с историей России, все ключевые памятники от древнейших времен и до наших дней. Мы находимся на основной экспозиции музея. Я уже назвала два произведения, которые можно отнести к древнерусской литературе, но ведь их же намного больше. Да, конечно, их очень много. И можно здесь вспомнить и Остромирово Евангелие, и Мстиславово Евангелие, и Радзвиловскую летопись, и различные псалтири. Очень много памятников действительно замечательных. Ну и вот мы, собственно, сейчас находимся как раз рядом с витриной, где некоторые такие памятники представлены. Я думаю, что, наверное, мне не стоит подробно самой что-то говорить, а лучше предоставить слово специалисту, поскольку нам очень повезло, с нами согласилась побеседовать старший научный сотрудник отдела рукописей Государственного исторического музея Елена Владимировна Уханова. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот как вообще связаны эти понятия «церковь», «книга», «древняя Русь»? Ну, они, конечно, неразрывно связаны, потому что Древняя Русь была очень читающей и очень грамотной, и книга на Русь пришла вместе с крещением Руси. Когда в 988 году князь Владимир задумал крестить Русь, он пошел походом на Херсонес, византийский город, недалеко от Киева. Он завоевал его и вынудил тем самым византийских императоров отдать свою дочь, принцессу, сестру, принцессу Анну, за него замуж. И тем самым он включился в этот византийский мир, и вместе с женитьбой с Анной пришли священники. Священники из Херсонеса принесли священные сосуды, утварь, одежду и книги. И тем самым было положено начало древнерусской церкви, и книга прочно вошла в быт Древней Руси. И, как известно, христианство – это религия книги. Одним из основных составляющих частей христианской жизни является богослужение. И за богослужением звучит очень много церковных текстов, которые не должны быть изменены. Ни Евангелие, ни апостольские чтения, ни молитвословие не должны изменяться и должны произноситься ровно так, как они были написаны, поскольку в Евангелии, в частности, это богодухновенный текст, и он должен произноситься без изменения. И поэтому на Руси сразу с момента крещения стали переписываться книги, появилось искусство изготовления книг, оно тоже пришло из Византии. А вот славянский алфавит пришел напротив, от славянских народов, от болгар, которые, в свою очередь, переняли его из Великой Моравии, где Константин Философ, святой и большой ученый византийский, по просьбе Михаила III императора создал специальный алфавит для славян, перевел Евангелие на славянский язык, и потом так вот постепенно из Моравии в Болгарию, из Болгарии на Древнюю Русь пришли славянские книги, пришел славянский алфавит. Изначально алфавит был глаголический, Кирилл и Мефодий изобрели глаголический алфавит, но поскольку греческие буквы были более привычны для славян, они пользовались и до этого греческими буквами, неустроенным греческим письмом, как писал один из ранних писателей болгарских, книги, переведенные Кириллом на славянский язык, были записаны кириллицей, письмом, которое очень было похоже на греческий,
греческий язык, в его основу были положены греческие буквы и добавлены специфические буквы, которые были свойственны именно славянским языкам, потому что в греческом языке не было ни шипящих, ни свистящих, ни носовых. Вот это все было добавлено вначале Кириллом, и затем в том письме, которое пришло на Русь, они тоже остались. И таким образом первые книги к нам, если само богослужение и христианство пришло к нам из Византии, то славянский алфавит и первые книги, с которых мы стали переписывать славянские тексты Евангелия, молитвословия, песнопений, пришли к нам, скорее всего, из Болгарии, и, возможно, из Чехии, из каких-то других славянских земель, потому что тогда был единый церковно-славянский язык, и эти книги понимались во всех славянских странах. И поэтому мы могли спокойно использовать разные списки, пришедшие из разных земель, и очень быстро это все было адаптировано на Руси, очень быстро возникли скриптории, и в частности великокняжеские скриптории, где создавались совершенно роскошные книги. Наверное, там тоже работали византийские мастера, учили первых русских создателей книг, как это надо делать, потому что славянская книга, и в частности древнерусская книга, она целиком и полностью повторяет вот, по своей организации, по декорации, по всему устройству, она повторяет византийские кодексы того времени. А скажите, пожалуйста, какие замечательные памятники книжности представлены вот здесь, в залах Государственного исторического музея? Да, вы знаете, нам повезло, у нас богатейшее собрание, одно из лучших вообще в мире собраний славянских рукописей. И у нас хранятся такие потрясающие рукописи, как и сборник Святослава, точно датированная рукопись 1073 года, энциклопедия, первая энциклопедия, которая до нас дошла. И вот, в частности, Мстислава Евангелие высочайшего уровня, памятник, созданный, как, наверное, в великокняжеских мастерских, Юрьевское Евангелие. У нас хранятся древнейшие певческие рукописи, записанные особым крюковым письмом, который ученые-музыковеды расшифровывают. В общем, у нас очень много памятников. Да, мы в этом смысле очень богатое хранилище. Ну вот расскажите, пожалуйста, Мстиславово Евангелие, такой известный памятник, да, чем оно примечательно, как оно создавалось вообще? Да, Мстислава Евангелие очень важный памятник, а не только с точки зрения потрясающей декорации, но и с точки зрения того политического момента, когда оно было создано. Мстислав, сын Владимира Мономаха и сменивший его в дальнейшем на великокняжеском киевском престоле, с юности был первоначально новгородским князем. Он потом в 1117 году ушел в Киев на Великое княжение. Но с конца XI века он правил в Новгороде. И именно во время его княжения Новгород выделился из киевского удела и стал самостоятельным крупным княжеством. Он и до этого был очень богатым и крупным, но с точки зрения политической вот он приобрел такую самостоятельность и свою собственную княжескую династию, основателем которой был как раз Мстислав Великий, именно вот в 1102 году. И в связи с этим, в древности все великие события отмечались закладкой и построением церквей. И в связи с этим, с таким грандиозным политическим событием, князь Мстислав Великий заложил на городище свою церковь, дворцовую, роскошную парадную церковь, о которой в его житии сказано, что он украсил ее богатствами несметными, каменьем драгоценным и прочими богатыми вещами. И в частности, конечно же, там были очень богатые и красивые книги. И Мстислав заказал в Киеве, вероятно, как я уже говорила, в великокняжеских мастерских, заказал особые Евангелия для своей церкви. Оно было настолько уникальным, что мы не знаем другого случая, когда бы специально для украшения книги посылался посольство в Константинополь, чтобы для оклада рукописи были сделаны драгоценные эмали. Именно в Константинополе тоже, наверное, в каких-то императорских мастерских были сделаны заказы для украшения крышки переплета. То есть это было что-то феноменальное для того времени. Вот, и огромные деньги были заплачены, и с, конечно, с большими приключениями
это был небезопасный путь в Константинополь с деньгами, заказать роскошный оклад и вернуться в Киев. И тем не менее, все это прошло успешно, эмали были привезены, киевские мастера сделали оклад, обложили его камнями, жемчугом, этими эмалями роскошными. Вот. И этот совершенно потрясающий, выдающийся памятник был вложен вот в эту церковь Благовещение Городище, где он до XVI века и находился, а затем Иван Грозный перевез его как святыню, как свидетельство вот о своих предках. Он перевез это в Московский Кремль, и затем вот оно попало в Синодальное собрание, и затем к нам в исторический музей. Мы можем посмотреть на него, мы видим совершенно потрясающий огромного формата кодекс с золотыми миниатюрами. Евангелие было принято украшать изображениями евангелистов. Каждое Евангелие открывалось изображением евангелистов, чтобы читающий мог в том числе и помолиться при чтении Евангелия. Евангелие тоже, согласно византийской традиции и вообще парадной рукописи, украшались совершенно роскошными такими заставками с цветочным фантазийным таким орнаментом, он так и называется, византийский орнамент эмальерный, который символизировали ворота в небесную жизнь. Так что рукопись высочайшего уровня. Спасибо, Елена Владимировна. К сожалению, у нас сейчас уже время эфира заканчивается, поэтому мне остается только вас поблагодарить за такой интересный рассказ. Дорогие телезрители, я напоминаю, что мы находимся на основной экспозиции Государственного исторического музея в Москве. Надежда. Спасибо, Лена. Это была наш корреспондент из Москвы, Елена Чач. Дорогие друзья, у меня на этом все. Сегодня еще увидимся.